Итак, господа зрители, собственно, последнее письмо от Фред-гитариста, так сказать, пришло, последняя весточка, то, что он хотел сказать касательно того, почему на YouTube-канале уже давно ничего не происходило. Вот, пожалуйста, давайте послушаем. Осталась юность в прошлом, и в голове уже пробилась седина. И сын вчерашний мальчик теперь взрослый, но, как и прежде, радует весна. Остались в прошлом воровство. Слушать до припева обязательно. Но иногда вдруг защемит в груди, как вспомнишь лагерь, стылые бараки, весенний запах сидя заперти. На покой ухожу, кореша. Надоело. Блин, стрим инвалид, но я не буду останавливать запись. На покой и пожить не спеша. Пообщаться немного с собой. Покой, где весна за окном, в тишину, где не лязгнет затвор. На покой, где родимый мой дом, я с восторгом молчу на простор. Гляжу я вслед той журавлиной стае, и хочется мне в небо воспарить, что птицы над Россией пролетая, над Израилем, я мог братишкам песню подарить. С весенним солнцем песню спеть о воле, и кто-то стаи крикнет вслед постой. Я от души добра желаю тем, кто в зоне, а я, простите, отправляюсь на покой. Ухожу, кореша. Надоело гонять за судьбой. На покой и пожить не спеша. Пообщаться немного с собой. Я не верю, что за него прилетели авторские. Не должны же. На покой, где весна за окном, в тишину, где не лязгнет затвор. На покой, где родители мой дом, я с восторгом молчу на простор. На, блядь. На покой ухожу, кореша. На покой, где весна за окном, в тишину, где не лязгнет затвор. На покой, где родимый мой дом, я с восторгом молчу на простор. Я с восторгом молчу на простор. Вот так. Press F, тупой респект.